Всем привет! Я вам хочу показать, как можно попробовать восстановить изношенный аккумулятор от ноутбука Acer, если у вас нет специальных устройств, приборов и всего такого. Ну, нету зарядного устройства iMax или еще что-то покруче. В общем, это подходит именно к аккумуляторам Acer. В моем случае ноутбук 5920, аккумулятор один Sanyo, другой аккумулятор Sony. Ну, по крайней мере, как написано, ну, как контроллер в AIDE показывается, называется, как... не помню, короче, как... Ну, короче, сейчас я вам покажу этот способ. У меня была такая проблема. Один аккумулятор держит 5 минут и отрубается. Износ показывает 70%. Другой АКБ. Износ показывает 70%. Работает 15 минут. И на 70%. Вот 15 минут прошло. 70% он отрубается. Итак. Вот же как выглядит этот способ. Повторяюсь. Зарядок специальных у меня нету. Берется обычный компьютерный вентилятор. И... не к контроллеру, а к самим банкам подключается на разряд. Вот этот вентилятор, вот этот АКБ, это именно от 5920. Контроллер, ну, в контроллере записано то, что это аккумулятор Sony. Ну, что элемент Sony, хотя на них я ничего не нашел. Этот Sanyo. Вот этот крутится второй день. Точнее, даже не второй день, а третий день уже два дня прокрутился. На нем напряжение вообще ни хрена не падает. 11,3 вольта сейчас. Вчера было 11,4. Вот этот аккумулятор за сутки разрядился до 3 вольт. И я его поставил в ноутбук. Он писал, что 0% не заряжается. При этом напряжение росло. 4, 5, 6, 7. Ну, поставил я его на ночь. Утром пришел. Смотрю, индикатор зеленый. Включаю. Увы, стал показывать износ 80%, но он зарядился. Вот он работал 5 минут или даже 2 минуты. В BIOS, например, зайдешь, он минут 3-5-2 постоит и отрубается. Однако сейчас он отработал полчаса и разрядился до конца. Он разрядился, на нем напряжение было 10 с чем-то вольт. Я его поставил еще раз на вентилятор разряжаться. Еще раз заряжу с нуля. Посмотрим, что будет дальше. Ну, как видите, вместо 5 минут хотя бы полчаса начал держать. То есть этот способ хоть как-то, но работает. Не знаю, как остальные ноуты, но вот этот, он сначала пишет, что не заряжается, хотя напряжение-то растет. А вот этот, может, так уже и не будет, может, он его, может, вообще не будет заряжать. Не знаю. Тогда придется его заряжать как-то своим способом. Ну ладно, не знаю, кому нечего терять, можете попробовать, если у вас Acer. Можно и с другим каким-нибудь попробовать. У кого получилось, отписывайтесь в комментариях. Мне будет интересно. Всем пока.